16, 17, 18. И он сделает, что всем малым, великим, богатым, нищим, свободным и рабам положено будет начертание на руку, на чело, и что никому нельзя будет ни подавать, ни продавать, ничего не делать, кто имеет начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, или, ибо это число 666. Есть люди, которые думают, что 666 связано с баркодом. О, что анахну никабеле изишу имплант. Или мы имплантант получим. Улай. Может быть. Ани ло йодея. Не знаю. 666 хаизбер апашут. Простое объяснение числу 666. Шезе машу меод меод энуши. Это что-то очень человеческое. Бигляль 66 бихляль бамасор это ягудит зе миспар шел бен адам. 6 в еврейской традиции это число человека. А тем идим лама? Знаете почему? Потому что Бог сотворил человека в шестой день. А как понять 666? Система, которая будет совершенно человеческой, предложит тебе какие-то условия. И тебе, как человеку, придется понять эти условия и согласиться. Будут ли там элементы вранья? Возможно, да. Но не настолько, чтобы верующие пошли как стадо на заклание. И о чем здесь говорится? Когда ты к чему-то относишься, не нужно просто подписывать. Но здесь большое слово. Не параноиками. Есть только много верующих мессианских, которые упадают в паранойю. Там уже заносят чипы. Они делают ребенку прививку, все, они туда заносят чип. Послушайте, есть полная ерунда. Но есть вещи, к которым стоит относиться. И быть мудрыми.